Езда по бездорожью. В Омске госавтоинспекторы оштрафовали более 50 водителей. Нарушение у всех одно – движение по обочине встречной полосы. Штраф 1500 рублей не пугает, говорят шоферы маршрутных такси. Время, проведенное в пробках, стоит дороже. С 7 утра до 9 постоянно зато. По час, по полтора пробки. Смысл? Я ничего не заработаю. Люди уехали на работу, а я что, потом лапу буду сосать? Как мне кредит платить? Как мне жить дальше? Семью кормить? Сотрудниками госавтоинспекции организовано и проведено более 5 профилактических мероприятий, в результате которых более 50 водителей привлечены к административной ответственности. В настоящее время контроль за движением транспорта на улице Завертеева будет продолжен.